Ой, чуть на кишках не разложился. Здравствуйте всем, ребятушечки. Я знаю, что у вас постоянно происходят какие-либо праздники. Дни рождения, вечеринки, корпоративы, свадьбы, юбилеи, дни рождения, поздравления. Я для вас готов индивидуальное снять, прямо на помойке. А все потому, что на помоечке это будет максимально уникально и оригинально. Поэтому для заказа от меня, моего личного для вас поздравления, пишите мою группу ВКонтакте. Жду вас всех там. Стоит будет недорого и сделаю максимально индивидуально и оригинально с кормилицы. Посвящу эту помоечку любому из вас, поэтому жду от вас сообщений. И всех, у кого приближаются праздники, ребят, поздравляю. Пишите ВКонтакте. Рар! Громко. Самого приметить. Я посвящаю эту помоечку тебе и очень сильно, Надежда Молчанова, поздравляю тебя с 30-летием. Здоровья. Чтоб помоечка тебе давала секс, а только мне, чтоб секс давал. 30 лет, мне тоже через полгода исполнится. Я даже не знаю, как я буду жить дальше, но я надеюсь, что ты свою жизнь все осознал и понял. Самое главное, то, что помойка кормит. Поэтому, Надежда Молчанова, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю варенья с помойки, всего самого наилучшего. От меня тебе привет огромный. А вот эту помойку Надя Молчанова, Надеждочка, я посвящаю именно тебе. Я сейчас разорву. И если найду здесь для тебя подарки, даже тебе их отправлю. Надя Молчанова, вот, сапожки тебе на все смотрели. Надя, берем. Потрясные. Ну, заклеишь, ничего страшного. Так, зелью тебе для цветов на стол, Надежда. Вера, Надежда, люблю. Опа, Наденька. Наденька, посмотри, закупорочки. Так, тут какие-то вещевидные, вещички. Надежда, вещички, всякие вещи. Ну, тебе это точно не налезет.